Более 30 предприятий переехали из зоны боевых действий в более-менее спокойный Ивано-Франковск. Там им нашли подходящее помещение, сейчас запускают производственные процессы. Как правило, эвакуировались предприятия малого и среднего бизнеса. Крупным предприятиям перебраться в спокойные регионы намного сложнее. Это наш новый офис. Тут мы работаем уже около месяца. Евгений, директор по коммуникациям IT-компании, показывает, как его сотрудники обживаются в новом офисе в Ивано-Франковске. Сюда они переехали из Харькова всем коллективом, а это больше 300 человек. У нас было несколько автобусов. С самого начала часть людей двигалась во Львов, часть людей сюда. Мы объективно понимали, что мы не сможем всем жилье найти в одном городе. Евгений говорит, главное было спасти всех сотрудников. От этого зависело, сохранят ли компанию. Они занимаются IT-консалтингом. И среди клиентов иностранцы, которые могли уйти. На 100% как бы бизнес сохранен. Неделю-полторы максимум. Да, мы немножко выпали из процесса, но все клиенты были уведомлены об этом и отнеслись к этому с пониманием. Наш бренд базируется на трех основных направлениях. Это изделия из текстиля, стиля, кожи и латекса. Вы можете посмотреть, куда мы сейчас переехали. А это уже другая компания, которая из-за боевых действий была вынуждена спасаться в Ивано-Франковской области. Мы посмотрели 4 или 5 вариантов. И именно это помещение понравилось больше всего. Тут круто развита инфраструктура. После месяца простоя снова возобновили свою работу и вот уже вторую неделю наращивают мощности. Готовую продукцию продают в США и Европу. Среди клиентов даже Мадонна. Пакуем вот посылки. Все отправления сегодня поедут в Европу, поэтому занимаемся работой. Мы понимали, что должны возобновить производство и помогать своей стране на этом непростом пути. На этом тяжком шляху. С начала войны в Ивано-Франковск переехало практически 30 предприятий, и еще больше полсотни заявили о своем желании. Чтобы всех удовлетворить, власть вместе с волонтерами и местным бизнесом создали специальную интернет-платформу. Начали получать много таких запросов. Нам с коллегами надо было их обрабатывать, передавать информацию. И увидели, что, собственно, не хватает такой платформы. Чтобы было одно место, где можно получить запрос, получить информацию о помещениях, которые доступны. Зарегистрироваться на ресурсе может каждый, говорят разработчики. Кроме анкет на предложения и запросы на помещения, также есть раздел «Партнеры». Там можно оставить о себе информацию, какие услуги вы можете предоставить бесплатно или на каких лояльных условиях для бизнеса. На данный момент предложений свободных помещений вдвое больше, чем заявок. Но удовлетворить их город пока не может. То, что есть, подходит не всем. Проблема есть. Есть, конечно. Франковск не был готов к такому количеству предприятий. Но мы сделали достаточно такую неплохую базу данных и предлагаем. Понятно, что есть определенная специфика, и некоторые хотят с рампами помещения. У нас, к сожалению, было много заводов в запущенном состоянии, а люди хотят сразу, чтобы заехать. Свободные помещения – не единственная проблема, с которой сталкиваются предприниматели, которые эвакуируют свой бизнес. Сложнее всего перевести само производство. Процесс дорогостоящий, и без поддержки государства обойтись могут не все. Поэтому переезжают в основном малый и средний бизнес.